Морские порты SkyWay предназначены для перевалки грузов с подвижного состава в танкеры, сухогрузы и контейнеровозы, а также транзитного движения пассажиров. Объем грузовых перевозок – до 250 миллионов тонн в год, транзит пассажиров – до миллиона человек в год. Организация морских портов по технологии SkyWay позволяет размещать их на морском шельфе с естественными глубинами от 20 и более метров с удаленностью от берега от 1 до 10 километров. За счет отсутствия береговой портовой инфраструктуры и организации максимально эффективных маршрутов транспортировки достигается существенное снижение капитальных затрат на строительство и эксплуатационных издержек в сравнении с традиционными морскими портами. Строительство морских портов по технологии SkyWay позволит повысить эффективность и безопасность их работы, существенно сократить логистические издержки и снизить себестоимость морских перевозок.